свысока смотря веселимся. Трудись, сияй, как звезда. Трудись, сияй, как звезда. Трудись, сияй, как звезда. Забыл о чем-то вдруг я. Йо-йо-йо, всем здравствуйте, всем привет, дорогие друзья и зрители моего канала. С вами сегодня я, Влад. Икпорт, мой не мой. Икпорт, может, а можно Влад, а может просто Икпорт. Кому как угодно, кому как угодно. Мне как бы это, да, вот то как бы Икпорт, Икпорт, в общем-то, да. Сегодня у меня на очереди прекрасные ребятишечки. Это те самые потрясающие люди, которые могут, знаешь, в любом репертуаре спеть. Вот хочешь так, а не так, хочешь этак, а не так. То есть это абсолютно не имеет никакого значения. Они могут в любом формате, они могут как угодно. И это прекраснейшая команда, куда входят такие люди, которые просто безусловно невероятного порядка. Это что-то, блин, с чем-то, друзья мои. Я обожаю их песни. Я обожаю их песни. И последняя реакция на «Он Самеди», которая у меня была, это, конечно, бомба дробительная какая-то песенка, да. Я вот не знал, что такие замечательные люди могут даже в такой формации исполнять, а они, видишь, могут и так. Так что мое почтение, мое уважение каждому персонажу из этого аниме. Ой, аниме, из этой группы. Он сам... Мерещится, кажется, что Тёма там пришел, котик мой. Ладно, он сам медиа, да? 313 тысяч подписчиков у них, да? И... Мне кажется, у них должны быть лям, не меньше. Тупо лям. Это 100% информация. Лайк за старание ставлю. А что у нас сегодня-то на столе лежит? А я вам скажу, что у нас сегодня на столе лежит. У нас лежит кикбэк. А, между прочим, этот кикбэк, это то самое. То самое. Это опенинг Человека-бензопилы. Человек-бензопила. Мое любимое аниме. Буквально минут 10 назад, 15, 20, 20, 25, 30, 30, 35, делал реакцию на трек Вайтарии, да, про человека бензопилу, про Почита, кстати, вот он, Почита, да, вот он, вот он. А теперь пришла пора, так сказать, делать реакцию на прекрасную Онса Медиа, опять же, связанная с человеком бензопилой трек. И эту реакцию у меня, конечно же, заказала воительница Архата. Вот, друзья мои, внимательно, внимательно посмотрите на этого. Вот этот персонаж, это воительница Архата. Не знаю, почему она, он ей так нравится, но вот он ей очень нравится. Вот так вот. Воительница Архата заказала, и я говорю, Онсу Медиа и все, кто там есть, вот вокалисты, да, это Кэт, это М19, это вообще вот все, все, кто хоть как-то связан вот с этими ребятишками невероятными, да. Вот Тенри, да, вот недавно открыли, как относительно, конечно, недавно. Но это же такие ребятишки, это такие потрясающие, невероятные люди, которых надо слушать вне очереди. Но из-за того, что у меня постоянно донат реакции, я не успеваю, так сказать, на ваши треки обращать внимание. Из-за этого так получается. Так что я прошу прощения у каждого из них, но они такие потрясающие. Обязательно будем делать на все. Потому что у Тенри выходил трек новогодний, я точно помню. Он сам медиа выходили треки, я точно помню. Да у всех. И я только на некоторых делал реакции. Ну вот, писец. Ну, даже вот Миатрис, который не связан с Солнцем Медиа, у нее тоже трек вышел. Я не могу до него добраться. Никакого праздника опять. Ну ладно, сегодня я же добрался до Солнцем Медиа, так что мы будем слушать. Всем приятного просмотра. Лайкосик, подписка с вашей стороны будет невероятно приятно получить. Давайте погружаться в Солнцем Медиа с головой. И я думаю, они нам подарят свою энергию. Как никогда, кстати, замечательную, прямо сейчас, прямо здесь. Погнали, погнали, друзья, мы с нетерпением жду, повторюсь, с нетерпением жду, что сейчас будет здесь. Я знаю оригинал, я знаю этот опенинг, мы много раз его слышали, потому что в каждой серии я не пропускал опенинг, потому что мне понравилась эта песня, мне понравился тот видеоряд. Что будет здесь? Я не знаю, но сейчас узнаем. Узнаем, поехали, качество максималочка, 1080, сейчас как зарядимся, я уверен, поехали. Фух. Перед началом видео хотим пригласить тебя, дорогой слушатель, на Нянкон, который состоится 18 февраля в Санкт-Петербурге. Подробности можно узнать в описании под видео. Приятного просмотра. Ну, Нянкон, это, конечно, замечательно. Петербург, это потрясающе. Но я живу в такой просто глуши, что мне до Петербурга никогда не добраться.
Ребята, пожалуйста, отчет с концертов. Кто-нибудь, кто из Петербурга, хотя бы в Ионса Медиа, в Телеграме, там, не знаю, где-нибудь выложить этот отчет. Я бы с удовольствием глянул. Может, какая-то прямая трансляция. Хоть что-нибудь, котята вы мои любимые, пожалуйста, я молю вас. Я бы хотел это вживую увидеть, ваш концерт. Это же... Я даже не представляю, что там будет, друзья мои, кто из Петербурга. Кто рядом живет с Петербургом, я вам говорю, это просто надо почтить, надо туда зайти, надо туда заглянуть. Вы чего, друзья, вы еще здесь сидите? Бегом покупать билеты, бегом. Ну, конечно, да, Кисимяк. 18 февраля, сегодня какое, я не знаю, сегодня какое, я не помню, какой месяц, забыл. Вот он, Няукон, Няукон, друзья мои. Даже вот, и красиво так оформлен, Няукон, такой котенок, такой миляшка, такой алешенький, да, и сзади котят такие миленькие. Вот так вот, вот так вот. Приятного просмотра нам пожелали. Окей, я вам тоже желаю. Поехали. Я прошу прощения, вайб это грех, конечно, это просто зло, просто их порт, ты противный, ты мерзкий, зачем ты стопаешь? Но я просто хочу посмотреть, кто исполнил эту работу. А потом без стопа будем слушать, а на втором прослушивании может быть, да, что-то посмотрим. Вокал Гентлепунк, честное слово скажу, признаюсь, грех, наверное, но я не знаю, кто это. Я не знаю, кто это, но надеюсь, личность прекрасная, и голос тоже. Это Ионса Медиа, друзья мои, там не может быть плохих исполнителей. Вы чего, вы кого? Бэк-вокал Тенри. Здравствуйте, дорогая, прекрасная личность. Я слышал ее работу. Это просто, просто шикарнейшая девочка. Девушка с таким голосом мощным, что у меня лысость проявилась. Точнее, волосы отстриглись. Вот так вот, Тенри. Это, между прочим, Тенри-то, это вот Тенри, это просто мощь, сила. И вот на нее тоже надо делать реакции. Какого хрена, Икпорт, ты не делаешь реакции на Тенри, ты охренел? Исправить надо обязательно, так что я исправлюсь, обязательно сделаем, обязательно. Русский текст, Мисата. Мое почтение, но я не знаю, кто ты. Но ты это перевел, ты это сделал. Красавец или красавица Мисато. В любом случае, респект. Разбор гармонии. Оу, сюда. М19 на базе. Я рушусь вместе с вами, друзья мои. Это та самая, которая та самая, друзья мои. Это просто, вы знаете, какая М19. Я думаю, не нужно говорить что-то о ней, потому что она все за своими треками за себя сказала. Вышестоящая прекрасная леди, которая просто... уничтожает все и вся. И умственные способности этой леди, они недосягаемы для простых обывателей. Так что М19 это, конечно, мощь. Работа со звуком. Грэдис и Тенри. Тенри по звуку работать умеет. Вот вам, пожалуйста, бэк-вокал, так еще и со звуком-то поработать надо. И Грэдис еще. Молодцы, ребята. Теперь давайте уже без стопов-то послушаем, насладимся этой атмосферой. Что я? Кто я? Зачем я, если есть Ионса Медиа, правильно? Давайте слушать без стопов прекрасный трек. Посмотрим, как справится этот исполнитель, которого я не знаю. Ну и бэк-вокал. Тенри, ну удиви меня, порази меня. Я уверен, что это получится сделать. Давай! Нет ни души, значит пятнам скажу, наконец прощай. Кто это в голове, он эхом словно заведен и тверди. Это нужно мне, и вот поскорей звучит песней. Я хочу счастье ощутить, по течению мира плыть, сердце твое захватить, что ото всех других в груди ты. Мне больше от ему даже рад. Чувства внутри кипят. Влюблен я даже слишком. Ты же свысока смотря веселишься. Трудись, сияй, как звезда.
жить со мной, я не беспечен, зонтик наперед беру. Это нужно мне, вон то тоже мне, все неси быстрее, пусто на душе. Жить счастливо давно мечтаю, и по течению плыть желаю. Страсть хаосу давно питаю, все с нуля я начать был бы рад. Узнать, что от других в груди ты прячешь. А успехом переполнен, до конца дней я спокоен. В рай попадает тот, кто точно не погрешил, но так и черт бы с ним. Люблю, а ты глумись, ненавидь, смехом можешь залиться. Трудись, сияй, как звезда. Сияй как звезда, трудись всегда, сияй как звезда, трудись, сияй, словно звезда. Ой-о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 й. Это поцелуй. Это вкусно было. Это было просто шедевр какой-то, а? Не мужик. Мужчина, парень, ты вот вокал Гентли Пунк, Пунк Гентли, ты планочку попусти чуть-чуть, это ты просто какая-то невероятная работа, ты вообще адекватный, ты просто разнес, это, ребята, уровень, это качество, это эмоция, это все здесь было. Конечно же, Тенли, когда во второй части, так сказать, подлетело чуть и в конце вот этот смешок, мое почтение, очень атмосферненько, очень, я очень соскучился по ней, так что надо реакцию, сука, делать 100% на ее треки, я уверен. Что касается всей картины, посмотри, все перерисовано, все сделано вручную, кто... эту картинку делал, дайте мне его сюда, и я его обниму, потому что так красиво все сделать, ну это мое почтение, друзья мои, посмотри, Сэппи, Дэнджи, Пачита, какие красивые пилы, какие красивые атмосферные штучки-дрючки, все сделано на элитарнейшем уровне, все сделано здесь красиво, а подает-то как, хорошо-то как, да, я здесь всю реакцию разнесся, просто вот так, ты, это просто невероятно, а сама атмосфера, все, что здесь было, придает атмосферу. Голос воистину шикарный. Этот трек, я думаю, лучше на русском языке исполнить, не знаю, можно ли нет. Можно ли нет, я не представляю. Я слышал каверы на других языках, это была своя атмосфера, невероятно топовая атмосфера. Когда девочки этот трек исполняют, своя атмосфера. Но здесь мальчик исполнил. И мальчик исполнил так, как будто бы он является тем самым, кто находится в этой работе. И у него это получилось. Грациозно. Не, ну это топище, я не знаю. Это просто гранд качество. И потом во второй части, когда Тенри залетела так на заднем плане, чуть-чуть я еще начал сюда показывать, говорю, вот она, солнышко-то влетело, лучик, солнышко-то влетело. Разбавило чуть-чуть нашего мальчика. И в конце этот потрясающий смех, который, конечно же, просто вырезать и, не знаю, на звонок ставить, почему нет? Нет. Он сам медиа, я тебе еще раз говорю, он сам медиа плохого не сделает никогда. Это всегда гарант качества. Ну нет у них плохих работ. Ну не найдешь ты, ну хоть постарайся, но не найдешь. Ну нет, не контрис такое, ну невозможно, понимаешь? Нет. Только качественные работы.
только качественной работы. Здесь можно на стикеры срезать красивые картинки, если это разрешено вообще, да? Потому что вот такие вот арты, да, вот в таком формате Денджи, да, Человек-бензопила, я не видел. В таких цветах, да, красивых. Что-то я не припомню. Так что здесь можно срезать с удовольствием стикеры, потому что это очень качественные арты, и работа проделана была невероятная. Также текстовое сопровождение, да, все на экране, все показано, все под атмосферу. Разнос невероятного качества, да, и невероятного калибра всего, что мы здесь... Вот рандомный кадр выберу, да, вот, пожалуйста, рандомный кадр. Вот, чем вам не шедевр? Просто рандомный кадр взяли, цепи, человек-бензопила, зубище, зеленые какие-то цвета, желтые, зеленые, все такие ядовитая мразь, как будто бы, да, но это красиво. Это все равно элегантно, фиолетовые цвета в филе, я вообще не припомню такого, хотя были фанартики, да, вот, например, такой редкроссовый, но здесь... Все абсолютно разумно. Хочешь синие цвета, пожалуйста. Хочешь розовые цвета, пожалуйста. Хочешь зеленый. Все вместе хочешь. Да вот такое есть. Цепи. Реально чернище белое. Красота-то какая, а. Просто разнос. Не, ребята, я говорю, приходите на их концерт. Вы там просто столько получите этой эмоции, что я думаю, это да. Ну что, второй раз. Давайте со стопчиками. Я думаю... По смысловой нагрузке зачем, да, нам копаться здесь? Давайте на красоту ролика посмотрим. Ну и, может быть, что-то отметим, какие-то слова интересные. Но просто давайте прочувствуем еще раз этот разнос, потому что он был здесь какой-то элитарнейший. И эта песенка на какие-нибудь спортивные дисциплины очень даже да пойдет. Я думаю, на Коджи, когда бегает, он эту музыку в наушниках себе включает и, черт возьми, пробегает свои дистанции намного быстрее, чем мог бы. Потому что эта музыка такой заряд дает, что просто без слов и просто слушаем. Кайфуем еще раз, но всем ребятишкам, кто над этим старался, это вот здесь вот еще раз. Давай мы их всех отметим. Где-то здесь они были, да, вот. Вокал, Гентли, Пунк. Божина невероятная, оправдал все ожидания, я тебя не слышал, но я тебя хочу больше слышать, надеюсь, ты еще будешь, надеюсь, у тебя еще канал отдельный есть, тоже на тебе будем делать реакции, потому что, говорю, это разъеб, бэк-вокал Тенри, я говорю, такая девочка влетела, такая миленькая, халесенькая, на заднем плане, такая, ты, и в нас в конце смех выдал, такая, мне понравилось, замечательно, ух, как хорошо, русский текст, Мисата, ну, Все грамотно сделано, ну, претензий вообще не может быть. Разор гармонии, М19, ну, М19 это само, что это гармония, какие-то разбор. Все, что она разбирает, это делается потрясающе. Вот так могу сказать, так что, где есть М19, там есть качество, где есть М19, там не будет провальных работ. Вот лично для меня, для вас может по-другому, для меня так, вот так вот. Работа со звуком, ну, звук, грант. Я просто сейчас слушаю, я разносился, говорю, если был бы плохой звук, я бы, наверное, не разносился бы, а я разносился, значит, и звук хороший, все. Грэнди Стэнри, молодцы. Молодцы, ребята. Это как бы уважение, респект вам однозначно. По-другому, в принципе, быть не может. Так что, друзья мои, поехали. Со стопчиками нас встречает вот первый кадр, да, приятного просмотра. Котенки нас пожелали, и мы вот и пошли смотреть. Значит, первый кадр что? Ну посмотри. Денджи просто в какой-то тени где-то находится, в каком-то синего баяне и тени какой-то. Ну это красиво, это качество. Все, поехали еще разок. Попробуем разобрать еще какие-то топ-моменты, которые здесь есть. А их здесь, поверьте, уж очень много. Давай. Keith Bask. И музыка очень знакомая. Ну, это сразу, ну, просто эти отсылки к старому, потому что я смотрел мой любимый аниме Человек-бензопила. И эта музыка оттуда, ва. Да, кайф. Так, кстати, вот, я вот это-то не обратил, я ж дебил, я их порт, я дурачок. Вот инструментал, вот бака, иллюстрация, вот кику. Дружище, твои иллюстрации это божественно. Твори дальше, пожалуйста, не останавливайся. Обложка сингла Неюко. Надо посмотреть, что за обложка. Я уверен, что Неюко сделала просто... И видео Регурума. То есть это Регурума все сделал. Вау. Что касается смысла, текст. Трудись всегда, сияй как звезда. Прекрасный лозунг. Может, его кто-то даже себе в ассоциацию запишет. Там ВКонтакте, не знаю, в Стиме, где угодно, да. Хороший лозунг. Да. Трудись всегда как звезда. Почему нет, да? Мне нравится такой.
трудись, всегда сияй как звезда, трудись, всегда сияй как звезда. Ну, только он делает это раз в триллиарды лучше, чем я, само собой, я не претендую. Ну, вот эти все ребятишки, да, прошу прощения, что я на вас не обратил внимания, потому что кукухой поехал и к порт, ну, что поделать, ну, так вот, да, бывает, окей. Сегодня прачечно мне повезло с утра. Вот, пожалуйста, на стикер. Любовная сцена, я люблю. Вот это вот вырезаешь, вообще изи делаешь, это законно вообще. Можно ли это все вырезать? Вот так хоп-хоп вырезал, да? Так сказать, фотошопики, да? И все, прекрасный стикер готов. Мне нравится, и оформление вот эта вот штучка-дрючка. Есть в этом что-то, да? Это какая-то такая ядерная атмосферка, да? Посмотри, сегодня в прачечной мне повезло с утра, да? И вот это вот все сделано на таком вот, на такой этой кисти, да? Кисти намазано. Ну, есть в этом свои бонса, денджи и... Прекрасные цвета, вот эти оранжевые, желтые, красные, фиолетовые, черные, белые. Все так вроде много всего, но это что-то как-то какую-то атмосферу свою дает, что мне это нравится. Вот так вот. Нет ни души, значит, пятна, скажу, наконец, прощай. Кто это в голове, он экран словно заведен и тверди. Это нужно мне, и вот он скорее звучит песней. Ну и как он здесь протягивает, а? Посмотри, мальчик, это нужно мне, и вот скорее звучит песня. Я, конечно, так не умею, но вот он умеет. Посмотри, показывает свои сильные стороны. И это придает свою невероятную атмосферу, ламповость. Вот я люблю слово ламповость, реально, оно звучит часто от меня. И вот здесь вот, когда он, это нужно мне, и вот скорее, и звучит песня. Я не знаю, он так продлевает, что мне просто хочется вот просто подойти к нему, да, к этому человеку и сказать, руку пожать, он так вот просто красавчик, спасибо тебе за эту атмосферу. Вот так вот, вау. Я хочу счастье ощутить, по течению мира плыть, сердце твое захватить. Друг, поверь, мое сердце ты захватил. Не знаю, как там множество других людей, но мое сердце, сердечко, точно было захвачено. Это прям не контрится, 100% информация, я тебе говорю. Посмотри, опять же, на вот это вот прекрасное, она же прям живая картина, видишь, она двигается, дымочек сзади, да? Сколько это рендерилось, не раз, по времени? Наверное, много. И посмотри, какая реинкарнация, здесь все так ярко, чик-чик-чик, пых-пых-пых, и здесь такая темная атмосфера. Ох, красава, молодцы. Я хочу счастье ощутить, по течению мира плыть, сердце твое захватить, что ото всех других в груди ты прячешь. Он так прям, у него голос есть такая, прячешь, то есть он как-то умеет вот прячь, я говорю, прячешь, да? И нет интонации, прячешь, а он прям, прячь, я только не знаю, как даже такое произнести можно. Как он это произносит, ну это таланты, это он сам медиа, друзья мои. Ну он прям продлевает. Вот слово прячешь, слушай, как он прячешь говорит, то есть я не знаю как, это надо реально музыкантом быть, да, он музыкант. Вон со медиа не попадают неталантливые люди, туда только грациозные личности попадают, звезды, да, с голосом, потенциал которых зашкаливает мои вообще ушки на макушке, то есть мне нравится, ушкам нравится. И посмотри, как вот слово прячешь продлевается, смотри, слушай. Что ото всех других в груди ты прячешь. Вот когда ешь, там прям звук, как будто буква R в Е, я не знаю, как это делается, но это делается как-то красиво. Переполнив до конца дней, я спокоен. Не страшен мне больше от ему даже рад. Чувства внутри кипят. Видишь, как он красиво здесь сделал? Вот стоит на это заострить внимание, мелочи приятно. Чувства внутри кипят. Вот слово чувство и внутри кипят. Чувство и кипят как будто бы сделан в одной интонации, а внутри вот такая вот другая интонация. Я не знаю, как это описать, но этому есть по-любому какие-то объяснения. То есть, вот внимательно, вот слово чувство и кипят. Прочувствуй. Не страшен мне больше от ему даже рад. Чувства внутри кипят. Вот чувства внутри кипят. Только красиво, только нежно, только потрясающе, только созвучно. И это вот он все он делает, понимаешь? Он вывозит на скеле, тупо на скеле. Красиво. Влюблен я даже слишком. Ты же свысока смотря веселишься. Вот это тоже красивое, грациозное. Смотря. Как так-то вообще не знаю. Это просто топ. Он как-то так делает. Смотря так изъебался. Так, прошу прощения за мат, но он прям так, он прям как-то его так изморочил. Он так его по-другому подал, что слово смотря прозвучало абсолютно по-другому.
Влюблен я даже слишком, ты же свысока смотря веселишься. Но здесь чистая отсылка на то, как исполняется там. Я тоже в точь-точь так же разносился, вот один в один. И здесь все так же, такая же атмосфера, лютый кайф, лютое наслаждение, удовольствие зашкаливающего порядка. Я чисто в спешке вожу, колы так хочу. Да, хочет энергии, да, хочет пивнуть эту энергию, вот так вот, да. Но автомат не спешит, с голодухи теперь помру. Не длится дождь вечно, но я не беспечен, зонтик наперед беру. Это нужно мне, вон то тоже мне, все неси быстрее, пусто на душе. Это вообще что за продлевание было? Что за эффект там был внутри? Как будто бы я вместе с ним сейчас просто улетел на небо, да? Душе, я просто улетаю вместе с ним куда-то далеко и просто красиво. Нужно мне, вон то тоже мне, все неси быстрее, пусто на душе. Жить счастливо давно мечтаю. Ну а здесь прямо грустноцита добавил, да? Магиот, ой, магиот, ой, магиот, ой, магиот. Грустит добавил, да грустненько так стало. И опять же в каждое слово вкладывается, в каждое абсолютно. Ну умница, ну мужчина прям в самом расцвете сил своих и так красиво подает. Вот, ну я не знаю, ну хорош, ну это он сам медиа, ну что вы хотите, ну там все такие клевые, а? Узнать, что о других в груди. Что ты прячешь в груди? Напиши в комментариях. Будет интересно узнать, но это просто вау. Так, сейчас скоро уже влетит кое-кто сюда, да, нам на праздник. Тенри придет в гости. Праздник нам приходит. Тенри приходит к нам, обаятельная, вкус ее всегда замечателен. То есть сейчас будет нам петь, и мы будем ощущать этот вкус, и это будет потрясающе. То есть она будет за ним исполнять, а потом посмеется в конце, и мы это, конечно же, отметим. А успехом переполнен, до конца дней я спокоен. В рай попадает тот, кто точно не погрешил. Но так и черт бы с ним. Люблю, а ты глумись, ненавидь. Смехом можешь залиться. Трудись, сияй, как звезда. Трудись, сияй, как звезда. Трудись, сияй, как звезда. Забыл о чем-то вдруг я стал. Oh my god, вот это сейчас будет интересно. И здесь было все потрясающе, но сейчас, да. Настал мой час, привет, детка, и сзади мы слышим. Кстати, посмотри, какие тона стали, а красный с красным, а вот это мне нравится. Вот это сочетание, еще белый такой, ярко-белый. Не-не-не, вот это проработка кадров, конечно, зашкаливает, друзья мои. Не знаю, как они это сделали, но они это сделали. И мы за это им, конечно же, говорим спасибо за эту атмосферу подаренную. Посмотри, ну это же красота, ну не знаю, ну как это сделано? Ну, какие-то фильтры, не фильтры добавлены, ну... Да, работы было предостаточно сюда сделано, это 100%. Хороший стать хочу, но от тоски помру. Настал мой час, привет тебе, детка моя. Трудись, сияй, как звезда. Трудись, сияй, как звезда. Трудись, сияй, как звезда. О, как же это круто. Круто. А здесь, понимаете, да? Ну, по голосу понятно, что он прям испытывает максимальный кайф от исполнения этого трека. То есть чувак проживает вместе с этой песней эту жизнь, маленькую, но жизнь. Песня в 3 минуты 49 секунд, но он проживает ее. Он делает нам настроение и себе тоже энергию, конечно же, дает от этого пения. Я уверен. Как звезда, а как же это круто. Трудись всегда, сияй как звезда. Трудись всегда, сияй как звезда. Трудись всегда, сияй как звезда. Услышал, да, смешочек? Ты,
Слышишь с меня смех, слышишь передачу атмосферы в X200, да? Сияй как звезда, трудись, сияй, словно звезда! Шикарно, шикарно, о май гад. Ой, ребят, ну что вы творите, ну Онса Медиа, ну это просто студия профессионального дубляжа, вы не профессионалы, вы профессоры, вы, я не знаю, вы квинтэссенция энергии, да? В этой работе энергии просто запредельное количество. Очень грамотно все сделали. Я не сомневаюсь в вашем таланте перевода. Я думаю, вы все разобрали по маленьким-маленьким полочкам и по алфавитному порядку прошлись, да? То есть все сделали настолько грациозно, насколько вообще возможно. В плане того, как вы это подали, ни у кого не может быть претензий. Может быть претензия тем, кому не нравятся яркие цвета. Это да, может быть, солидарен. Но в плане того, как вывез наш главный вокалист эту песню, вообще, просто мое уважение. Это новый перс, надо обязательно его найти. Потому что они всегда ссылки оставляют на своих исполнителей, так что я думаю, труда мне это не составит. Во-вторых, визуализация вот этого вот всего, что здесь происходит, не знаю, мне вот эти цвета, наоборот, порадовали. Это новая, так сказать, картинка, и Денджер в таких формациях я давненько, может быть, видел, конечно, но вот так вот, чтобы его так много было, ну, давно не видел. Атмосфера, теперь буква А, мы даем атмосфере просто высший балл, потому что я здесь, не знаю, я весь потел, во-первых, а когда я весь потел, значит, это топ-атмосфера, топ-энергия, топ-левела. И, в принципе, это как бы и неудивительно. Почему я должен удивляться, если перед нами выступает Онса Медиа, который, черт возьми, планку эту всегда держит, ну, знаешь, планку держит человек. Для некоторых минута сложно, для некоторых максималка 5 минут. Эти ребятишки 7 часов ее продерживают. 7 часов продерживают. Вот такая вот у них нить. Она не проседает абсолютно ни разу. Она... все дальше идет, лучше, лучше. А потом в конце, чуть-чуть, далее, девочки исполнить, да, на заднем плане. Конечно, его было мало слышно, но все равно было слышно. И в конце этот смех, который придал, так сказать, всему этому, так сказать, вишенку на торте, это, конечно, топ невероятного порядка. Так что мне очень понравилось. Я здесь не стал, так сказать, разбирать текстовую сопровождающую абсолютно всю. Потому что, мне кажется, этот трек создан не для того, чтобы его разбирать, да, в плане, там, смысловой нагрузки и так далее, да, как я там у Вайта, допустим, делал, потому что там мне, ну, прям что-то вот там мне зацепило, это все-таки аниме-рэп, а здесь все-таки история другая, здесь у нас просто кавер невероятного порядка от Онса Медиа, который хотел просто насладиться этой атмосферой, и так мы чуть разобрали, да, каких-то эмоций вам дали, да, и так далее. То есть здесь у меня не было цели разобрать полностью эту работу, я просто хотел дать вам этих эмоций, я надеюсь, вы эти эмоции и получили. И, конечно же, это было невероятно. Я говорю всей команде Онса Медиа большое спасибо. Надеюсь, вы будете, ну, вы по-любому будете дальше выпускать работы, да? И я надеюсь, что больше я, надеюсь, время будет, и не буду пропускать ваши работы и ваших вокалистов, да? М19, капец, как, Тенрис, вот у Тенри новый трек вышел, обязательно на него реакцию делать, 100%, потому что... Такие таланты, а я не слушаю. Вот как, да, Миатрис, вот, но она не ходит в Онса Медиа, но вот у нее тоже трек новый вышел, и я не добрался до него. Вот каким образом, я не понимаю. Реально. И вот это сейчас котенок, который в конце. А, у них не котенок, у них уже Онса Медиа. Иногда котенок, иногда Онса Медиа. То есть, ребята невероятного масштаба. Так что настал мой час, привет тебе, детка моя. Я вам говорю, вам всем тоже. Надеюсь, вам понравилась моя реакция. Надеюсь, вам понравился этот невероятный клип, эта невероятная энергия, этот невероятный голоса, которые здесь были. Вся проделанная командой работа понравилась. И вы поставили лайк, написали какой-нибудь добрый комментарий от чистого сердца. Мне все понравилось. Я ставлю лайк всему, что я здесь увидел, всему, что я услышал. Замечательно, ребята. Грациозность вашей энергии зашкаливает. И мне, если честно, приятно вас слушать, само собой. Так что старайтесь, развивайтесь. Еще дальше стремитесь куда-то, да, приглашайте себе в команду еще каких-то талантливых людей, я так понимаю, этот вокалист новое лицо для вас, да, или же я просто его раньше не слышал, но ваша команда все больше и больше сформировывает такой единый сплав, который не разрушим, то есть ваша команда, надеюсь,
Вы такие сидите там в дискордах, не в дискордах, радуетесь, замечаете, все хорошо. Идеи кто-то вам там подбрасывает, да, там подписчики. И вы кайфуете. И на концертах, на концерте, который состоится 18 числа, вы эту энергию людям подарите, и люди просто на очень-очень долгое время не будут нуждаться вот в этой живой энергии, потому что они услышат Онса Медиа и многих исполнителей из вас в чистом звучании, и вы дадите эту атмосферу, и зал будет в восторге. Я на это очень сильно надеюсь. Обнял каждого, друзья мои. Каждому, кто был связан с этим, огромное спасибо. Воительный Сархат, огромное спасибо за заказ. Надеюсь, тебе понравилась моя реакция. Обнял каждого. Прощаемся и к портам. Щух! Пау! Пока-пока, друг мой. Добра, позитива всем и добрых людей вокруг вас. Обнял каждого. Пока-пока.